книги убраны, старая мебель вывезена, полы демонтированы. В центральной химкинской библиотеке начался капитальный ремонт. Создать современный библиохолл из устаревшего читального зала – это инициатива, за которую проголосовали многие химчане. Лидер движения общественной поддержки Химки «Интересно жить» Инна Монастырская встретилась с сотрудниками и постоянными посетителями библиотеки и рассказала о том, как эта инициатива будет реализована. Город выделил средства на ремонт этой библиотеки. В любом случае, это будет свежее помещение, в котором будет приятно находиться. Согласно дизайн-проекту, библиотека будет поделена на несколько зон. Будут созданы пространства для проведения мастер-классов, конференций, лекций, а также оборудуют кинозал. Будет сохранено вот эти архитектурные элементы, лепнина, да, так называемая. Будут потолочные светильники висящие, такой, можно сказать, его назвать стиль лофт. Стены будут покрашены, будут разные цветовые решения, плюс будет архитектурное решение, это в одном из мест будет кирпичная кладка, которая из облицовочного дела с кирпича в таком современном стиле. Завершение ремонта библиотеки планируется к 1 ноября. Эта инициатива уже на стадии реализации, но есть и другие, которые также могут быть воплощены в жизнь. Есть такие инициативы, как создание площадок для выгула собак, реконструкция Дворца культуры Родина, ну и много другого интересного, что действительно требует голосов наших жителей. Все инициативы размещены на сайте Хиж Онлайн. В первую очередь будут реализованы те, что наберут большинство голосов. Поэтому уровень комфорта в городе будет зависеть от активности химчан.